Здрасте, я ваша тетя. Тут уже бугуртит по поводу приветов, а я такая голодная была, прочитала 7 видео, как 7 дней, извиняюсь, ответила, наверное, как-то вообще не в попад. Но я уже покушавшая, и у меня фотик зарядился, решила перед уходом наконец-то в магазин за едой передать приветы, и даже раз 5 прочитала очень длинную фамилию. А еще обнаружила, что у меня дважды записан один и тот же человек. Ну, я думаю, по галочке там просто поймут, если увидят. И поставила режим съемки на морду лица. Портрет. Так, в общем, привет им. Таймураз Бериев. Привет. Светлана Донцова. Привет. Галя из Казахстана. Привет. Одно время я тащилась от Казахстана, и у меня даже есть работа экзаменационная по этнологии, кажется, или антропологии, уж не помню, по Казахстану такой огромный талмуд, много-много-много информации прочитала, пролистала, и у меня даже, по-моему, черновиком эта работа где-то лежит. Мне поставили 5. Даже экзамен автоматом взяли. Ну, там было, в общем, контрольное и экзамен. А препод так просто спросил меня какое-то слово, он говорит, ну, можете произнести... Я уж не помню тогдашнего президента, имя, фамилия, и, ну, он без ошибок. И с одного раза, говорит, просто по памяти. Я, говорит, не сомневаюсь, что вы это сами написали. Но, в общем, короче, он мне 5 поставил и экзамен тоже автоматом зачел. Так, в общем, привет тебе, Галя, из Казахстана. Когда-нибудь я до Казахстана доеду. Привет, Несковская Настя. Ощущение, что мне телефон сейчас звонит, потому что что-то жужжит. И комп включенно чувствует это. Так, Максим Галабара. Гендоев, привет тебе. На О ударение сделала. Варя и Даша из Анапы. Привет вам, девчонки. Яна Яфанович, тебе тоже привет. Валерия Батырова из города Моздока. Привет. Так, ну и с другой стороны, у меня тут 2 поздравления с днем рождения, потому что контакт мне сегодня сказал, вообще он мне еще вчера вечером сказал, что у 2 моих подписчиц, которые еще висят во френдах ВК, сегодня день варенья. Мария Герц, с днем рождения и привет тебе. И Ксения Артемьева, тоже поздравляю, девчонки, вас с днем рождения. Ну, в общем, вот тут такой вот, как обычно, листочек зеленой ручкой на зеленом фоне. И вот еще, где человек с галочкой, тот, которого я 2 раза переписала, это как раз Таймураз Бариев. Бариев, или как-то так. Ну, в общем, тебе 2-й раз еще привет, раз ты у меня тут оказался на листочке 2 раза. Вот такие дела. На мне бусики от Натальи из Германии. И я собираюсь в таком прикиде вывалиться сейчас на воздух. В общем, всем привет и всем пока!